Ритуалы на кладбище в золотую осень. Седьмой вариант – изменить запись в книге судеб к владыке книги судеб. Именно в золотую осень легко менять запись в книге судеб, когда листьев нападало много. Сказать, побродив по дорожкам, как можно дольше. Листья сухие должны быть. Владыка книги судеб, тебя на золото листов зову. Смотри, какие листья золотые, как и хорошая судьба. Все эти листья жертвую тебе. На золотом листе, живом, перепиши мою судьбу. На кладбище столько оборванных до срока судеб. Все хорошее из этих непрожитых судеб мне подари, а все плохое на умерших переложи. Тебя просил и заклинал, и ты согласия мне дал. Он исполнит то, что его просили. Он реально существующая личность, и книга судеб существует, и хорошая судьба золотого цвета, это часто говорила.